Приветствую вас и обиды на родителей. Это нормально. Нормально чувствовать не только позитив близким людям, но и негатив. И поэтому, если обиды на родителей у вас есть намного, но это не мешает вашей жизни, никак не ущемляет вас, не ставит никаких блоков, не ставит никаких препятствий на жизненном пути, не мешает заниматься любимой деятельностью, не мешает строить личные отношения и прочее, то эти обиды можно оставить там, где они есть, для баланса, например, воспоминаниям хорошим. Со временем обиды уйдут. Со временем, набираясь опыта, получая новые знания, становясь мудрее, вы простите все обиды родителям и спишите их на непонимание теми вас, ваших реалий и вашего мира. Но если обиды мешают жить, если обиды не позволяют вам быть тем, кем вы хотите, если обиды выступают в качестве препятствий для достижения целей, которые вы себе ставите, если вы видите, что из-за них ваша жизнь получается и строится не так, как вы хотите, и вы прослеживаете четкую причинно-следственную связь между обидами на родителей и вашими неудачами, то вот тогда избавляться от них нужно, потому что в противном случае у вас будут проблемы. То есть избавляться от обид нужно в том случае, если это нужно вам. Если это делает вас более свободным человеком, более полной личностью, более волевым индивидом и более правомочным субъектом. Если это так, то от обид нужно избавляться. Вы сами ощутите, насколько легче жить, не храня обид, то есть не имея негатива к людям вообще. Ну и что уж говорить про родных людей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.